Опачки, ребята. Завтра переезжаю в новый хостел. Подсвинован там, что да как. Начинается движуха. Так, ну что, ребята, идем на новое место. Живу на улице Виктория, что означает победа. Мы все на Бетсиму. Ну все, я на месте. Бросил чемодан, чтобы погулять. Тут движуха такая, вообще непривычная. Там лесу же здесь, в центре. В общем, у менеджера оставил шмотки. Такая красота. И будем делать дело. Да, движуха лютая здесь. Но в тот же момент можно свернуть куда-то с главной улицы. И вот сразу парки. Птички поют, тишина. Людей никого нету. Да, очень красиво. Конечно. Фигура из металла. Из меди, походу. Да, конечно, красиво, но слишком шумно и движуха. И воздух уже не такой, как в Таракане. Произведение искусства, ребята. Иду я сейчас, значит, никого не трогаю. Подходит ко мне молодая, симпатичная девушка и дарит вот такой вот презерватив. Осталось только попробовать. Лето лютое наступило, сейчас жарко сюда, до Мехико. Я приехал месяц назад, было прям прохладно, хорошо, куртку можно было, кофту одевать. Сейчас, конечно, уже жара стоит, лютая. Тачка на прокачку. Конечно, архитектура очень красивая в Мексике. Hermano, mucho calor ahora en Ciudad de México. Темнечко, зашибись, гулять. Вообще всегда здесь в Мексике можно спрятаться от солнца, потому что все улицы крестом. И всегда где-то есть тень. Ну только прям совсем, когда в зените солнце, это прям совсем короткое время, промежуток времени. А так, тенечки, ветерок обдувает отлично. Иду сейчас разговаривать с менеджером по времени, что какая работа, где будет. Вам расскажу потом. Все как полагается. Сейф. Лампочки. В общем, за 4 будем разговаривать по поводу времени работы. Завтра йога. Выдали вот такой браслет крутой. Не знаю, видно, нет. Чинго. Ребята, офигеть, как все интересно. Эрнест Мьюзик Клаб. Там какого только оборудования, для диджеинга, для написания музыки. Один из крутых самых магазинов большого здесь. Пойду в душ сгоняю быстренько и займусь делами. Такой вот туалет. Есть фен, мыло, салфетки, туалеты. Прикольные чуваки такие, писсуары. Здесь душевые кабиночки. Ладно, пойду помоюсь. Круто, что есть и шампунь, и гель для душа. Полотенчика мне выдали офигенное.
свой толстук помыться. Ребята, душа, огонь вообще. Как я люблю экологию с напором. Ну, ребята, я оживился бодрячком, селище, ломанов. Да, ребят, насколько все продумано. Для полотенец есть вот такие вот вешалки. Здесь, чтобы все сохло не внутри. Чтобы зайти, нужна карточка вот такая вот. Во. Парил. На районе, в общем. Да, ну и браслетик. Все. Ребята, ну что, я поговорил с менеджером. Все круто. Буду преподавать всего 2 часа в день йогу, и остальные в остальное время я свободен, как птица в ясном небе. Завтра первая тренировка, посмотрим, сколько людей придет, как все пройдет. Вести надо на английском, кайфово. Так что все, огонь. И плюс на выходные еще буду играть как диджей и на гитарке. За это еще будут платить вообще. Вселенная дарит мне подарки. Все отлично. Городской закат. Ё-моё. Сегодня у нас вечер кино. На выбор был Man in Black, Pulp Fiction, еще там какие-то акула. Выбрали Man in Black, так что сегодня смотрим «Люди в черном». Если честно, то вообще, конечно, отличается, где вот я первый работал в первом хостеле. И это здесь все организовано, все вылизано чистенько. Каждый знает, что кто что делает, свои задачи. У них своя группа. То есть я веду только йогу, воркаут, какие-то силовые тренировки. То есть я делаю программу, выкладываю в группу, приглашаю людей, занимаюсь только этим. Остальное время все свободен. То есть. Блин, пока что все очень круто. Главное, чтобы люди пришли, и главное, чтобы всем вкатило. Ну, над этим я уж постараюсь. Ребята, солнце не видно, но его видно в отражении. Так что встречаем закат по возможности. Городские возможности. Вот эта погода, я понимаю, чуть солнышко ушло, сразу прохладненько, свежо, прям гулять кайф. Поэтому чингон. Обхожу здесь местные магазы, смотрю, что по цене. Нахожусь в центре, поэтому где-то чего-то нет. Нашел авокадо вот эти, кстати, очень вкусные. Откуда они тут написаны, непонятно. Ну, цена 3,490, вообще кайф. Взял авокадо, буду есть только авокадо. У меня осталось 100 песо на неделю. Поэтому надо как-то растянуть. Сейчас еще рисика посмотрю и все. А, ребят, что еще узнал? Забыл вам сказать. Стирка бесплатная раз в неделю. Кайф. И завтрак. Завтрак вообще офигенный. Там, в принципе, я-то ем только сырые продукты, там фрукты, овощи. И у нас там фруктов полно. Поэтому огонь. О, все-таки застали мы с вами солнышко. Последние лучи. Люблю по дорогам ходить, потому что по тротуарам народу здесь много. Постоянно какие-то бордюры, непонятно что. А так идешь и кайф. Быстро, никто не останавливает. Можно очень быстро передвигаться по городу. Ребята, огонь, живую на перекрестке 3 улиц. Симон Боливар. Это экс-президент Боливии. Республика Уругвай. И Виктория. Так что все три дороги сходятся в одной. Ладно, надо возвращаться в хостел. В
7-8, там фильм начинается. В общем, у нас сегодня, наверное, все. Хотя, может, и подсниму что-нибудь еще. Но ждите новый контент. Поэтому лайки, подписка, не забываем. Можно репостить. Помогайте мне набирать 1000. Мне осталось 300 всего набрать. И мне включат монетизацию. Моя мечта. Для заманухи вам, чтобы интереснее было смотреть. Вот так у нас красиво здесь в хостеле. Вот такая красота у нас здесь вечером. Цвета, огонь. Ребята, вот такая красота. Время. Так, ребята, ну еще решил вам подснять. В общем, скакалочки получил для кроссфита, резину для занятий, ну, такая нормальная, такие фишечки, там побегать, спринты поделать, вот, еще футболочку мне подогнали вот такую, смотрите, крутая, став, рисунок такой прикольный. Скелетон такой, мексиканский флаг. Вот, так что завтра в 7 утра, как штык начинаю. В общем, пойду сейчас посмотрю фильмец. Займусь там еще делами, надо доделать вам видео это. Скину, думаю, в среду выйдет. И дальше больше. Ну, еще один прикол, ребята. Вот мне выдали ключ, но он маленький, и его легко потерять. А мне вот эту штуку на Косумеле подарил беспризорник, с которым мы вместе на улице жили. Так что вот так вот люди, которые, у которых нету ничего, они почему-то добрее, счастливее и, не знаю, не жадные. Поэтому желаю вам оставаться в душе как беспризорники, чтобы у вас было чистое сердце, чистый разум и добрые намерения. Все, в следующей серии увидимся. Damn.